Всем привет! Точка Z на связи. Совсем забыл, что мы давно уже, наверное, прошли игру под названием Days Gone. Очень классная, атмосферная игра с открытым миром. И вашему вниманию готов показать сейчас основную концовку плюс все дополнительные концовки вспомогательных квестов. Напоминаю, что игру и, в принципе, все игры мы проходим на канале .z Games. Ссылки есть в описании. Обязательно подписывайся, будем вместе проходить эти просто мега крутые шедевры. Ну а прямо сейчас основная концовка Days Gone. Погнали! Похоже, все готово. Ага. Рики все к рулю подвела. Доедем до главного входа, спрыгнем и прощай, ополчение. Слушай, а ты точно не передумал? Ехать далековато будет с одной-то рукой. Говнюк. Бухарь, мы оба знаем, что это может быть путь в один конец. Ага. Не придется обратно тащиться. Да, Дик, я в деле. А, да. Чуть не забыл. Только два байкера могли ввязаться в такую херню. Только мы. Ага. Ну чё, мы едем или как? Все, погнали. Рики собралась таки. Как дела, Дик? Крутой жилет тебе идет. Рики, Эдди, спасибо, но нам с Бухарем надо еще кое-что сделать. А тебе говорят. Твои слова запали многим людям в душу. Говорю же, один ты не справишься. Это безумие. Не за тебя стараются, а за него. За Железного Майка! Железный Майк! Железный Майк! Железный Майк! Ладно, слушайте, план простой. Мы с Бухарем едем к северным воротам и взрываем их нахер. А когда все побегут в сторону южных, вам надо просто следовать за Рики. Да? Все готовы? А вы двое готовы? Короче, я сообщу тебе, как проедем мост. До тех пор не выступайте. Ага. Ну все! Погнали! За Железного Майка. Тебя жена. Ух!
завалено! Иди к верхней пещере! Пошел! Ну! Бегом наверх и ставь заряды! Да иди уже, мать твою! Ты понял? Иди! Давай скорее уже. Иди ты, тебе охота на воздух взлететь. Ты что, не слышишь? Быстрее! Вот, все готово. Отлично, сколько там? Хватит. Все, к полковнику, идем. Ну, лейтенант, где этот сраный детонатор? Пошел ты, чтобы меня тут завалило! Уивер, ты сам знаешь, что у нас есть приказ, его надо выполнять. Говори, где! Да, скотина! Ну! Черт! Эй, эй! Ты знаешь что? Раньше я бы, пожалуй, вытащил бы тебя водище. Ну, типа фриком на корм. Но не, ты не бойся. Я так не сделаю. Знаешь почему? Они, конечно, тебя разорвут. Но как-то без удовольствия. Я не знаю, когда и почему, но я видел нечто, может, месяц назад, ощутил нечто, чего не ощущал уже давно, и я знаю, что многие из вас разделили это чувство. Я думаю, что мы... Дикон? Будь добр, пистолет. Сядь. Отпустите их. Все кончено, ополчения больше нет. Не желаешь ли чаю? Очень вкусный. Сара, налей нашему гостю чашечку. Ковчег был последней надеждой. Ты, конечно, понимаешь. После очищения мира один лишь ковчег мог позволить нам все восстановить. Он хранит все, что для нас важно. Разве что так и не нашли, кто бы играл на пианино. Ну, теперь не важно. Когда все кончится, некому будет слушать музыку. Ты все разрушил. Все, ради чего мы трудились. Нет, полковник, не я. Это вы начали святую войну. И если выбирать между вами и фриками, я бы выбрал фриков. Эти хоть убивают просто ради жратвы, а не как вы, безоружных женщин. Нет! Прошу.
Я не вижу. Не вижу. Помогите! У меня кровь! Помогите! А где Бухарь? Воды. Дайте воды. Погиб. Воды! Меня кто-нибудь слышит? Сходи, принеси воды, пожалуйста. Да, хорошо. Эй, а вы можете помогите, там навес поставить? Ранено. Помогите! Прошу вас! Эй! Помогите. Эй, вон там вход в пещеру. Там припасы, медикаменты. Бери людей, иди. Ты и ты со мной. Рики! Эдди! Я помогу! Я врач! Я ранен! Пожалуйста. Все кончено. Те, кто не был убит или задет воды. Взрывом, попросту сдались. Кто-нибудь принесите воды. Где Бухарь? Быстрее! Рики, мне нужна помощь! Северные ворота! Южные ворота! Бегом! Воды. Рики! Я не вижу. Нога! Иду. Помогите мне! Прошу вас! Воды. Я ранен. Воды. Помогите, ну, прошу! Меня кто-нибудь слышит? Нет. Чем тебе тут помочь? Эй! Ты мне-то оставил? Бухарь. Извини, опоздал. Нет. А? Нет, нет, нет. Я спрыгнул. Какого хрена? Прямо на краю же... моста. Я видел да. машину! Не-не-не, взрывная волна. Даже под водой дряхнула. О, покатался. Что? Ты что, решил, что я подорвался? Кто бы тогда тебя доставал? Ну, я. Привет! Привет. Сестренка. Это долго рассказывать. Ну? Слыхал, тебя кое-кто ищет. Что? Все уши мне прожужжал. Ты его не слушай. Это была вообще его идея. Рики! Эдди! Кто из вас меня отсюда везет? Мы тебе обязаны. Да. Говорят, ты собираешься тут все восстанавливать? У полковника были хорошие идеи, если откинуть весь бред. От кого-то я это уже слышал. От кого? Коури? Знаешь что, пошел он. Эй. Бросил нас подыхать. Если б не он, мы бы сдохли. Как скажешь. Короче, попробуем еще разок без армейской херни. Эй, ты мою речь пропустишь. Ну и ладно, рыдать не стану. Брат, победили! Ты победил. Слушай, честно говоря, я ведь реально подумал, что ты решил сам подорваться. Ты чё, у меня ещё здесь дела? Задай им жару. Ага, задам. Джек бы гордился. Ты победил. Мы победили. Иди сюда. Но? Говорила я, полезно зажечь свечку. Это не хреновая вышла свечка. Ага. Да. Я с нетерпением жду твою речь. Хватит. Ну какая там еще речь? Ага. Мэм. Черт. Хватит с меня. А что такое? Почему все притихли? Ну, тебя ждут. О, твой выход. Черт, твою же. Я знаю, что у нас очень много дел. Так что... А так. Я не лидер. Уж как хотите, это так. Но...
Сегодня вы сделали такое, то есть мы сделали. Сражались плечом к плечу. И не по приказу каких-то ублюдков. А потому что так было нужно. И что вышло? Победа! Вы боретесь за жизнь, за спасение других людей, чтобы все были живы и сыты. И вы жертвуете всем, что у вас есть, и даже собой, чтобы мир стал лучше. И вот поэтому мы здесь. Поэтому мы живы. Ведь без надежды на лучшую жизнь и на лучшее будущее нет и борьбы. Вот Железный Майк считал, что мы сами можем менять мир своими руками. А? Что мы сделали? А? Что мы будем делать? Видите? Это только первый шаг. А, говорил, будет не речь. Да, облажался. А, ну, как получилось? Ты знаешь, неплохо для вольного байкера. Вольного байкера, значит, а? Ну, покатаемся, красотка. Я даже не знаю, смотря где. Да где сами захотим. Итак, это все, это основная концовка, и есть еще дополнительные концовки, если вы проходили квесты вспомогательные. Что это значит? Это значит, те люди, которым вы помогали, практически у каждого есть еще и своя концовка, связанная с ним. Прямо сейчас смотрим, чем кончилась история с другими персонажами. Погнали! Вот они. Есть. Да, любимая. А, Дикон. Эдди сама вырезала. Красиво, да? Спасибо. Майк хранил кусок красного дерева в комнате. Он хотел, когда все уляжется, что-нибудь из него сделать, типа доски для нардов. Чего? Какие еще нарды? Майк что, играл в нарды? Нет. Нет, но в том и смысл, что настанет день, когда такие вещи снова будут важны. Ну... И что тут сказано? На меня не смотри, я не знаю. Это индийская пословица. От матери слышала. В общем, реки не пьют свою воду. Деревья не едят свои плоды. Облака не купаются в своем дожде. Великие всегда стараются во благо других. Что скажете? Ну, от тебя он бы такие слова точно оценил. Да. Да, думаю, если бы Майк был здесь, он бы сказал так. И что эта хрень значит? А? Ведь так? Ага, нет, ты прав. Он бы сказал, что эта хрень значит. А потом, какого хрена вы тут стоите? Мир сам себя не спасет, мать вашу, за работу. Да? Ты снова прав. И правда ведь работать надо. О, а я рассказывала, как Железный Майк впервые увидел нас с Эдди в доме прямо перед камином. Это была умора. Мы были так заняты. Не-не-не, мы там вот просто по полной. Чего? Я не понял. Ну и вот. А тут входит Майк и на нас смотрит. Я не хочу про это знать. Замолчи. Ты посмотри на его рожу. Ничего у меня не рожа. Ах ты, извращенец. Как же вы меня достали?
достали. Эй! У нас тут упокоитель! Повернись! Я своя! Эй, стоп, стоп, спокойно! Я ее знаю. Убери пушку, не надо. Ладно, разбирайся. Не мое дело. Ты на этом приехала? Дерьма кусок. Но ездит. Ну, не знаю, надолго ли ты, но Рики могла бы посмотреть. Я привезла товары. На обмен. Ясно. Тогда тебе надо познакомить с Джо Хеслином. Он у нас по этой части. Вон туда сходи. Я не останусь. Ни в каком лагере, ясно? Это уж как знаешь. Пока ты тут, я бы хотел тебя познакомить. Ее зовут Сара. У нее была младшая сестра, и она была очень похожа на тебя. Поэтому вдруг она тебе понравится. У меня была сестра. Она была старше. И такая зануда. Старшее дело такое. Вот мой брат Бухарь, он тоже не подарок, ну, то есть не родной брат, а мы вместе были в мотоклубе. И он теперь тут глава безопасности, я тебе его покажу. Нет, я тут не останусь. Да я понял. Говорю же, как знаешь. А какая у тебя пушка? У тебя вообще патронов так не хватает? С патронами нет проблем. Ну, мне вот вечно их не хватало. Да уж, не ожидал я тебя снова увидеть. Что на этот раз? Веришь или нет, я рад тебя видеть. В прошлый раз все прошло негладко. Чего тебе надо, О'Брайен? Хочу предупредить. Интересно, о чем же? Помнишь, я говорил, что зараженные мутируют. Да, да, фрики, они и есть фрики. Дальше что? Штамм вируса, его влияние на нервную и лимфатическую систему человека растет по экспоненте. Они про это знали. Конечно. Вышестоящий. И были осторожны. Все скрывали. Они идут. Прости меня. Ты не сможешь остановить их. Никто уже не сможет. На этом все. Все концовки закончились, игра заканчивается именно так. И я надеюсь, что вам понравилось, друзья, это видео. Если это так, поставь лайк и не забудь подписаться на канал .zgames и на основной канал .z, где я записываю песни, где показываю концовки и где озвучиваю видео. И не забывай про стримы на .zgames. Там проходим все эти мега крутые игрухи. С вами был Дмитрий Фишер и канал .z. До новых встреч. Удачи!